В эфире программа «День города», в студии Алена Куклева. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. В мемориальном парке появилась яблоневая аллея. Семья из Рязанской области восстановила сведения о пропавшем без вести на войне родственнике и о том, как подготовиться к шествию на параде победителей. Сегодня в мемориальном парке посадили деревья. Молодой яблоневый сад высадили в рамках акции, приуроченной ко Дню Победы. В ней приняли участие ветераны и глава администрации города Олег Булеков. Сегодня в мемориальном комплексе прошла акция по посадке яблочного сада Победы, посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Начали 3 года назад, когда был юбилей Великой Победы. И сегодня мы с вами посадим еще 18 яблонь, как, наверное, символ жизни, символ будущей жизни. Тем более очень символично, что эти яблони будут сажать наша молодежь вместе с ветеранами. В акции принял участие и ветеран Великой Отечественной войны Георгий Васильевич Смирницкий. Он единственный сын полка, который остался на территории Рязани. Война для него началась в 11 лет. Он слезно просил командира батальона взять его, и вскоре тот вынужден был согласиться. Пришлось сочинить историю о том, как при освобождении города командир встретил своего брата. А чтобы начальство поверило в этот рассказ, пришлось изменить и фамилию, и отчество. Так Попов Георгий Митрофанович стал Смирницким Георгием Васильевичем. Он стал вторым сыном полка. Там уже был 14-летний мальчик Слава. Он заведовал технической стороной батальона. Маленькому Георгию поручили хозяйственную часть. В 44-м году батальон принимал участие в штурме высоты, на которой расположился враг. Командир спрашивал у бойцов, кто из всех готов рискнуть и уничтожить пулеметную точку, которая мешала штурму. Таких участников, значит, не нашлось и наших бойцов. Вот. А Слава, который был второй, значит, он добровольно согласился. А я говорю, что вместе с ним, я говорю. Мальчика Славы не стало через несколько минут. Его сразила вражеская пуля. Поэтому Георгий Васильевич уничтожил пулеметную точку гранатой, которую мальчик так и не смог метнуть. Но ранение получил и он. На голове остался шрам, а в скуле до сих пор остался кусочек злополучного патрона. В госпитале Георгия Васильевича никак не хотели возвращать на фронт. Но напор мальчика не смог выдержать никто. И в том же 44-м он вернулся в родной батальон. Справку тебе не дадим, ранение. А я говорю, я все равно поеду, я говорю. Я должен встретиться со своим батальоном, да. Но они тогда выдали, прям все-таки дали мне справку о ранении. Я приехал, это самое. Ну и когда я только приехал, тут слух прошел, что ты горку там приехал, значит. И вот среди бойцов меня вручили тут орден Славы. Такая фотография, она сохранилась на всю жизнь. Победу Георгий Васильевич встретил в Австрии. Такая радость была, вот, и не верилось, что это кончилась война, что это наступило мирное время. Радости, конечно, было очень много, но радость это сочеталось все-таки с трагедией. Символично, что сегодня проходила посадка именно яблонь, ведь яблоко – это символ жизни. Ветеранам помогали высаживать саженцы и студенты. Сегодня они унаследовали тяжелую историю о войне, которую им предстоит сохранить навеки. В День Победы 9 мая сотни тысяч человек в разных уголках России примут участие в самой трогательной акции – «Бессмертный полк». В каждом регионе шествие проходит по-своему. Люди с фотографиями отцов, дедов и прадедов пройдут по главным улицам и Рязани. Наталья Новикова расскажет о некоторых особенностях подготовки к акции. Акция «Бессмертный полк» пройдет в нашем городе уже в 5-й раз. 9 мая колонна людей, несущих фотографии участников Великой Отечественной войны, вновь откроет День Победы. Конечно, «Бессмертный полк» – это не просто акция, это возможность сказать спасибо героям-победителям. Она объединяет каждую семью и ее историю. А для того, чтобы в ней поучаствовать, достаточно всего лишь желания и фотографии, ну и немного потраченного времени. Ведь портрет участникам нужно будет нести в руках, и в идеале это должно быть удобно. Ну, традиционно в прошлые годы использовались рамки формата А4, да, в которые
вставляется распечатанная фотография. Фотография, соответственно, выводится, может на черно-белом принтере быть практически. Да, у многих, да, дома есть черно-белый принтер, и в основном все фотографии военных лет, они как раз и черно-белые, что, в принципе, ну, соответствует тому времени, тому периоду историческому. Можно было распечатать, просто вставить, как бы, и сейчас это тоже актуально, точно так же. С обратной стороны шлялось крепление, да, вот на, либо наклей кто-то сажал, ну, какие-то штучки доделал. Обычные крепежи стандартные для труб пластиковых, которые можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Жестких требований к конструкции, конечно, не предъявляется, равно как и к формату фотографий. Но опыт, тем не менее, сын ошибок трудных. И если что-то можно упростить, почему бы этого не сделать, тем самым получив эстетичный и удобный вариант на выходе. На таких вот пластиковых листочках тоже изготавливается с двухсторонним скотчем, крепится фотография, да, изображение, оно может быть заламинировано, оно может быть просто распечатано на плотной бумаге, и точно так же сзади у нас прикрепляются крепления, которые, ну, подходят под данную трубку пластиковую. Вот, собственно говоря, наверное, сейчас это самый простой, удобный способ, который можно изготовить, да. Конечно, никто не запрещает использовать вместо пластика картон, но тогда необходимо выбирать плотный материал, так как в противном случае фотография просто может не выдержать ветра. Ну а если в наше насыщенное и занятое время некогда самостоятельно заниматься изготовлением таблички с портретом, можно пойти в типографию, где все сделают за вас от и до. А в случае, если необходимо просто распечатать фотографию, данную услугу предоставят бесплатно. Можно полный комплект заказать, это транспарант, он состоит из пластиковой подложки, ламинированный лист, на него приклеивается, соответственно, крепление и держатель, за что его носить. И все же, когда изготовление производится своими руками в кругу семьи, наверное, от этого можно почувствовать более сильную причастность, особенно детям, которые понесут в руках не просто портрет прадедушки или прапрабабушки, а настоящую и дорогую сердцу историю. До 9 мая остались считанные дни, в шествии может поучаствовать любой желающий. Кстати, на фотографиях могут быть не только участники Великой Отечественной войны, но и все люди, которых коснулась та эпоха. Труженики тыла, дети войны, те люди, которые так или иначе были причастны к событиям, которые происходили в 41-45 годах, теперь уже прошлого века. На парад победителей выйдут и те, чьи родственники пропали без вести в годы войны. Надежду найти информацию о них многие не теряют по сей день. Таким примером служит семья Акилиных из Рязанской области. На протяжении нескольких лет они поднимали архивы, и поиск принес результаты. Подробности в репортаже Галины Ершовой. Отсутствие фотографий, медалей и личных вещей. Никакой информации, кроме двух скромных строчек в книге памяти. Только воспоминания родных о том, что дедушка Акинин Матвей Михайлович погиб на войне. Он был обычным рядовым из села Панино Спасского района. В 40 лет пошел добровольцем на фронт, оставив жену и 4 дочерей. В составе 30-й армии воевал 1225-го стрелкового полка. Мы исследовали весь путь, и он воевал на Можайском направлении, защищал он и Москву, был ранен, его комиссовали. Но прошло немного времени, и это связано с тяжелой обстановкой на фронте, он был вторично призван. На сбор этих сведений Любовь Николаевна потратила несколько лет, а последние полгода вместе с сыном они работали почти круглосуточно. Поиски начали с родного села, где от дома дедушки осталась лишь обрушившаяся стена. Я звонила в Спасский военкомат, они нам ничего не дали. Они сказали, архив, в принципе, пропал, его нет, передали в Рязань. Я звонила сюда, в Рязань. Они сказали, что вы, рязанские плохо того времени сохранились, а вы хотите, чтобы со Спаска сохранились хорошо. Не получилось ничего. На помощь пришли новые технологии. Рассекреченные материалы военной эпохи сейчас можно найти на профильных сайтах. Память народа, мемориал вот о погибших, сведения там немножко, и вот это все собиралось. Однако самым действенным инструментом оказалось личное общение. Людмила Николаевна связалась с главой администрации города Ржева Тверской области. Именно туда распределили ее предка для ведения военных действий. В местных архивах удалось найти нужные сведения. Он битву под Ржевом все воевал, все было хорошо. Воевал за город Белый и деревню Вязовку. Вот именно там он был ранен, и лежал он в Ильинском, в госпитале, в полевом. Ранили его 9 марта 43 года, а 13 марта от полученных ран он скончался.
Сегодня благодаря их усилиям в городе Ржеве Акинину Матвею Михайловичу устанавливают памятную доску. Потомки героя надеются, что их история вдохновит рязанцев создать свое дерево рода, чтобы подвиги и имена ветеранов навсегда остались в сердцах подрастающих поколений. Главным символом Дня Победы является вечный огонь. Он олицетворяет вечную память о павших в годы войны. В эти дни сюда будут нести цветы. Здесь пройдут памятные мероприятия. О значении вечного огня и его истории расскажет Ирина Ковалева. Вечный огонь сегодня воспринимается нами как неотъемлемая часть монумента, посвященного Великой Победе. Каждый день мимо него проходят тысячи людей, при этом не задумываясь, почему именно негаснущее пламя является символом памяти о погибших. Поддержание вечного огня у монументов, мемориалов, могил и других сакральных мест пришло к нам из античности, когда жрецы различных культов зажигали священное пламя. Сегодня эта традиция распространена по всему миру, но в большинстве крупных городов России вечный огонь горит как память о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны. В нашей стране по-настоящему вечный негаснущий огонь появился после победы в Великой Отечественной войне. Сначала на Марсовом поле в Ленинграде, а затем на могиле неизвестного солдата у стен Кремля в Москве. Ну а в нашем городе вечный огонь был зажжен на открытии мемориала, посвященного победе в мае 1975 года. Зажженный от вечного огня на могиле неизвестного солдата, на военных машинах он был доставлен в Рязань из Москвы. С тех пор он гаснет лишь тогда, когда проводятся ежегодные профилактические работы. Горелка вечного огня на площади Победы имеет особую конструкцию. Она была произведена на одном из московских заводов по чертежам рязанских газовиков. Сложная система устройства газового оборудования позволяет сохранять пламя при любых погодных условиях в том виде, в котором оно было перенесено сюда в 1975 году. По традиции, работы по техническому обслуживанию в этом году в ночь с 3 на 4 мая провели высококвалифицированные слесари аварийно-диспетчерской службы «Рязаньгоргаз». На время проведения работ пламя с мемориалов было перенесено в специальный фонарь. Затем газовики очистили элементы оборудования, которые накапливают копоть в процессе горения, удалили из чаш посторонний мусор, а также настроили горелки, чтобы вечный огонь сохранял оранжевый цвет пламени и был виден в любых погодных условиях. Ну а работа по благоустройству и сохранению этого памятного места в должном порядке ведется на протяжении всего года. Мы убираем мусор из-под вечного огня. Очень часто случаи, когда в самой звезде вечного огня попадаются монеты, сигареты, ну и мусор, который летит по улице, в том числе листва. В эти предпраздничные дни к вечному огню почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны приходят представители различных общественных организаций, а также делегации от рязанских школ. Каждый год мы ходим сюда, возлагаем цветы. Первоклассники уже возложили с утра, а мы вот после уроков пришли со старшими более детьми. Если самые маленькие рязанцы пока еще не до конца понимают смысла всего этого действа, то старшие ребята осознают всю важность сохранения памяти о погибших предках и участвуют в подобных акциях, по их словам, не для галочки. Для галочки это, ну, никакого патриотизма. А патриотизм нужно развивать в нашей стране, потому что есть такая цитата: «Если забыть старую войну, начнется новая». И уже в юном возрасте они понимают всю важность такого символа, как вечный огонь. Это память о том, что наша великая страна смогла победить фашизм. Правда, по словам работников дирекции благоустройства, слова зачастую расходятся с действиями. Культуры мало в нашем городе, хочу сказать вам честно. Если обратите внимание, на ступенях вот уже сегодняшние свежие надписи, рисунки детские мелком появились. Были случаи сожжения венков на вечном огне. Очень часто цветочки рвут, кидают что-нибудь в вечный огонь. Остается надеяться, что в преддверии великого праздника рязанцы будут вести себя более сознательно. Хотя память о погибших воинах нужно чтить не только в праздничные дни, но и на протяжении всего года. Сейчас мы ненадолго прервемся на рекламу. Не переключайтесь и смотрите во второй части этого выпуска. Бывшего главного архитектора Рязани отпустили из СИЗО под залог. В ДТП на трассе Рязань-Клепики погиб мужчина. В эфире программа «День города» и мы продолжаем выпуск. Наталью Харибутову отпустили под залог. Об этом сообщил ее адвокат. 2 мая в Советском районном суде прошло очередное заседание по делу бывшего главного архитектора Рязани, на котором рассматривался вопрос о продлении содержания под стражей.
Напомним, по версии следствия, в январе 2016 года директор одной из строительных компаний в качестве взятки за общее покровительство со стороны Харибутовой купил для подозреваемой и ее дочери авиабилеты бизнес-класса из Москвы в Пхукет и обратно, общей стоимостью около 500 тысяч рублей. Кроме того, на предоставленной машине «Инфинити» Харибутову и ее дочь 28 января того же года бесплатно доставили в аэропорт Шереметьево для полета на отдых, а 14 февраля обратно из аэропорта в Рязань после возвращения из Пхукета, что также является частью взятки за общее покровительство, которое должно было выражаться в обеспечении скорейшего рассмотрения документов данной компании сотрудниками Управления градостроительства и архитектуры горадминистрации, в отстаивании интересов компании при проведении градостроительных советов, публичных слушаний и перед иными должностными лицами администрации города, в полномочия которых входило принятие решений, касающихся деятельности коммерческой организации. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Наталья Харибутова покинула свой пост в середине апреля прошлого года. Как сообщил ее адвокат, ходатайство об изменении меры пресечения было удовлетворено, и теперь Харибутова покинет СИЗО и выйдет под залог в 1,5 миллиона рублей. Вчера на трассе Рязань-Спасклепики произошла авария, в результате которой погиб мужчина и еще двое мужчин пострадали. 42-летний водитель «Газели» направлялся в сторону города, ВАЗ-2107, в противоположную. Находившийся в «семерке» мужчина скончался на месте аварии. Двое других получили серьезные травмы. Они находятся в больнице. Мужчина, управляя «Жигулями» 7-й модели, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Газель». В результате дорожно-транспортного происшествия один из пассажиров легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Рязанская область вошла в пятерку регионов страны, лидирующих по количеству штрафов ГИБДД на душу населения. Как отмечают исследователи, многое в этом рейтинге зависит не только от культуры вождения, но и от возможностей госавтоинспекции. В разных регионах разное количество средств фиксация. Сейчас водители привыкли не только всматриваться вдаль в поисках сотрудников ГИБДД, но и сбавлять скорость возле каждого столба. Правда, многие автолюбители уже наизусть знают места, на которых установлены муляжи камер. Обычно их используют на опасных участках пути, сложных перекрестках и поворотах. Некоторые места сложно охватить обычной камерой, поэтому и появляются такие пустышки. Но и их работа довольно эффективна. Количество ДТП сокращается с каждым годом почти в половину. А благодаря реальным камерам за прошедший год сотрудниками Центра автоматической фиксации административных правонарушений было вынесено более 1 миллиона постановлений за превышение установленного скоростного режима. В январе-апреле 2017 года сотрудниками ЦАФА было вынесено 305 986 постановлений по делам об административных правонарушениях. На территории Рязанской области планируется размещение 80 стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, оборудование 16 скоростных автоматических пунктов весового и габаритного контроля и 6 стационарных постов весового габаритного контроля. В настоящее время из них введено в эксплуатацию 80 фоторадарных комплексов измерения скорости транспортных средств и фиксации выезда на полосу встречного движения. Притом 20 из них будут также отслеживать и номера автомобилей. Тем самым машины, которые находятся в розыске, будет легко отследить. А водителей будут учить правильно парковаться довольно необычным способом. По городу будут колесить 2 измерительных комплекса под названием Park Ride, которые фиксируют правила остановки и стоянки. В ближайшее время планируется обновление программного обеспечения имеющихся комплексов для фиксации иных видов нарушений ПДД, правил проезда перекрестков, пешеходных переходов, сигнал светофора. С 30 марта 2017 года ЦАФАП начал работу по оформлению в автоматизированном режиме административных правонарушений по статье 12.21.1 КоАП РФ «Нарушение правил движения тяжеловесных или крупногабаритного транспортного средства» с 6 стационарных постов весового и габаритного контроля. За текущий год уже произошло 38 дорожно-транспортных происшествий из-за нарушений скоростного режима. И как бы сильно сотрудники госавтоинспекции не старались обезопасить наш город, все так же зависит и от нас самих. Рязанская область получит 150 миллионов рублей на ремонт дорог. Росавтодору на ремонт региональных дорог из резервного фонда правительства выделено более 2,5 миллиардов рублей. Из них 150 получит Рязанская область. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Кроме Рязанской области, деньги получат еще 6 субъектов России. Ростов-на-Дону, Кызыл, Кострома, Ярославль, Республика Бурятия и Калининградская область.
Открытие мотосезона – долгожданное событие для тех, кто всю зиму считал дни до возможности оседлать железного коня и умчаться на высокой скорости прямо в ночь. А вот жителям города такая ночная романтика доставляет неудобства. И главное из них – это шум, который распространяется от транспортного средства на многие сотни метров вокруг. Днем, замечая на дорогах города байкеров, кто-то смотрит на них с интересом, другие с восхищением, а многие просто не замечают. Однако отношение к мотоциклистам резко меняется ночью, особенно у тех, кто проживает в домах, расположенных вдоль оживленных дорог и магистралей. Шум, издаваемый мотоциклами, не дает заснуть тем, кто только готовится отправиться в объятия Морфея, и жестоко вырывает из сна тех, кто уже видит десятый сон. В адрес госавтоинспекции, да, с началом, с открытием именно мотосезона, постоянно обращаются граждане, да, с жалобами на неадекватные действия водителя мототранспорта, на излишний шум, который они воспроизводят. В частности, при организованных каких-то таких собраниях именно водителей мототранспорта, которые они организуют на территории различных развлекательных комплексов, да, постоянно граждане жалуются на то, что они ведут себя достаточно шумно. Однако максимум, что в данном случае могут сделать сотрудники ГИБДД, это выехать на место сборов байкеров, проверить их документы и провести профилактическую беседу с водителями. А вот если по улице на немыслимой скорости промчалось несколько мотоциклистов, разбудив тем самым жителей окрестных домов, то с этим, как это ни печально, ничего уже не поделаешь. Догнать таких нарушителей спокойствия практически невозможно. Да и камеры видеонаблюдения вряд ли помогут. Большинство таких гонщиков ездят на незарегистрированных мотоциклах и зачастую даже не имеют прав нужной категории. И, кстати, именно они становятся виновниками большей части дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов. Так, в этом году количество подобных ДТП увеличилось на 50%. Самым распространенным нарушением среди водителей мототранспорта является управление транспортным средством водителем, не имеющим категории на управление таким мототранспортом. За подобное правонарушение водителю грозит штраф до 15 тысяч рублей. А вот если мотоциклист разъезжает на незарегистрированном транспортном средстве, то помимо штрафа его вполне может ждать лишение прав на несколько месяцев. Против нарушений правил дорожного движения выступает Союз мотоциклистов Рязани. Образован он был около 2 лет назад с целью популяризации мотодвижения и активного образа жизни. Члены этой общественной организации уверены, те байкеры, которые вступают в различные клубы и объединения, состоявшиеся люди – им нет нужды гоняться на бешеные скорости по ночным улицам. Скорее всего, это самоутверждение каких-то определенной группы населения. Скорее всего, это молодые ребята, которые вот только что там купили мотоциклы, им как-то надо выделиться, может быть, где-то там газануть и прочее. В основном состоявшиеся люди, там байкеры и в принципе состоящиеся люди, им не нужно там создавать какой-то звуковой порог, чтобы разбудить там в домах всех жителей и обратить на себя внимание. Вот. Это говорит не только о мотоциклистах. Есть и автомобилисты, ездят, ставят такие глушители, которые не проходят ни один технический осмотр. Чтобы бороться с ними, я считаю, должны быть компетентные органы, которые проводят технический осмотр средств и выдают соответственные рекомендации. К слову, штраф за неисправные глушители составляет всего лишь 500 рублей. Это при условии, что шумного мотолюбителя удастся догнать. Выход из сложившейся ситуации предложили на сайте российских общественных инициатив, а именно запретить передвигаться в черте города на мотоцикле с 10 вечера до 7 утра. Конечно, подобный законопроект, если он будет принят, вряд ли придется по вкусу байкерам, да и проблему, скорее всего, не решит. Ну, во-первых, те, кто таким образом нарушает, я даже не знаю, покой граждан, они уже вне закона. То есть это, как правило, люди, у которых не зарегистрированы мотоциклы, нет прав, нет экипировки. То есть, молодежь, которой некуда девать свою энергию. Поэтому я думаю, что закон это ни к чему не приведет. То есть это слишком радикально и бессмысленно совершенно. Нормальные люди не смогут ездить, а ненормальные продолжат ездить. Кстати, голосование по вопросу принятия данного федерального закона на сайте российских общественных инициатив закончилось в марте этого года. За проголосовало свыше 1000 человек, против чуть более 700. Цифры в масштабах страны абсолютно несерьезные. Так что вряд ли подобный закон в ближайшее время будет принят. По мнению байкеров, выход один – работать с молодежью и объяснять, что погонять на высокой скорости можно на треках или на специальных соревнованиях.
У нас вот, допустим, в городе в прошлом году проводился кубок супермото, этап кубка супермото всероссийский. Приглашали все желающие. Один из видов заезда был для любителей. У нас таких любителей не нашлось. По улицам погонять все готовы, на задних колесах, передних. А вот сразиться там в честной гонке какой-то прокатиться, к сожалению, вот приехали единицы. Так что остается надеяться на сознательность мотоциклистов или же пойти по пути Европы и устанавливать на оживленных магистралях лежачих полицейских, чтобы не давать возможности байкерам набирать высокие скорости. И напоследок, рязанка спасла котенка из-под колес автомобиля на Московском шоссе. Видео с регистратора появилось в интернете. Каким образом малыш оказался на оживленной трассе, непонятно, но совершенно ясно, что его жизнь еще чуть-чуть и оборвалась бы под колесами. Видно, что большегруз проехал мимо котенка буквально в полуметре. Внимательной и неравнодушной оказалась пассажирка одного из авто. Она вышла на проезжую часть, подняла котенка и забрала его с собой. На этой доброй ноте мы завершаем наш выпуск. Напомню, что новости вы также можете увидеть на нашем сайте город62.tv и в социальной группе ВКонтакте. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю вам хорошего продолжения дня. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24».